Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Следственный комитет начал бороться с фейками о коронавирусе. Как сообщает Russia Today на русском со ссылкой на пресс-службу ведомства, это решение было принято председателем СК Российской Федерации Александром Бастрыкиным. По информации издания, деятельность рабочей группы направят на выявление в интернете и мессенджерах заведомо ложной информации об инфекции в России. В Следственном комитете подчеркнули, что таким фактом в соответствии с действующим законодательством будет даваться уголовно-правовая оценка. Ранее председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников заявил, что поправки о наказании за фейки внесут в Уголовный кодекс России. Федерации. Согласно данным, доследственная проверка информации о числе заболевших в России началась 23 марта. На этом у меня пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!